А Фондово новости представляет 100 историй про удачу. Бабушка и дедушка воспитали. Значит, она говорила так: сынок, когда будешь ты жену себе подбирать, ты бери такую девушку, чтобы она была днем другом, а ночью ласковой женой. И в этом мне очень повезло, это тоже опять удача. Мне Всевышним Богом послана замечательная жена. Хочу, чтобы всем людям сопутствовала удача. Удачи вам всем, дорогие друзья. Знаете, я всегда расценивала удачи своих детей как вот свои удачи. Я помню, когда у меня старший сын поехал вот на велосипеде или на роликах, это было вот настолько удачное и яркое воспоминание, вот, наверное, вот это. Моя главная удача случилась, это когда я попал в этот коллектив. Это был 1999 год. Я столкнулся с людьми очень неординарными. Я патриот этой клиники, патриот этого коллектива. Я за них и в огонь, и в воду пойду. Делитесь историями своих удач на телеканале «Афонтово новости».